сказал на прощание: буду рад, позвони. Но уходят в предание эти давние дни, а звонка так и не было. Столько лет, столько сил, знать разбитое зеркало нам не склеить двоим. Но сегодня отчаянно захотелось на миг, что хотя бы нечаянно повстречались мы вновь. Сам звоню от волнения, вот-вот сердце замрет. Голос в трубке Евгения: здесь давно не живет. Все оборвано, дальняя и последняя нить. Ты прости меня, давняя, если можешь, прости. Ты, наверное, замужем. У меня никого не жалей меня, право же. Я не стою того.